Не начинайте работать над английской речью, пока не услышите это. Меня зовут Мария Малышева, я кандидат наук и нейроязыковой коуч английского. В моем блоге все про английский и потенциал мозга. Глобально существует два типа людей относительно речи на иностранном языке. Первый тип — это люди, которые говорят быстро и грязно, делая много ошибок, но они не комплексуют по этому поводу, и я их называю без стыда, без совести. В хорошем смысле слова такие люди делают быстро очень большой прогресс в речи. Второй тип людей — это такие как бы хорошисты, то есть они больше перфекционисты, они лучше промолчат, чем сделают ошибку, и у них, конечно, прогресс медленнее, потому что и практики меньше. Эти два типа зависят от нашего темперамента, от особенностей характера, от особенностей воспитания. Их можно немножко адаптировать и сдвинуть. И я, например, второй тип, но сейчас уже практически я пограничный с первым. Так вот, при работе с первым типом их нужно вычищать, а второй тип нужно ускорять. Это две принципиальные разницы. Путать это не нужно, потому что если второй тип начнет еще себя вычищать, то это будет полный перфекционизм, и человек вообще не сдвинется с места, прогресса в речи не будет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто вы, какой вы тип, будет очень интересно узнать.